Всем привет, с вами Каримон. Сегодня мы будем снимать видео. Как вы поняли, я стал человечком Лего. Ну а сейчас мы отправимся к Балди. Добро пожаловать, Балди. А за образование и учение это я. Ну, привет, Балди. О, привет, добро пожаловать в мою школу. Окей, я зайду в класс. Пример первый. Один плюс один равно. Будет два. Ладно, следующий пример. Пример второй. Три плюс три. Ну, это легко. Будет шесть. Пример третий. Ноль плюс ноль. Это тоже легко. Это будет ноль. Понятно вам? Так, пошлите. Ты достоин монетки. Держи ее. Окей, хорошо. Пример первый. Два плюс два равно четыре. Пример второй. Пять плюс семь равно двенадцать. Так, пример третий. Плюс умножить на разделить на равно будет два. Неправильно. О, нет. Что же делать? Мне нужно убегать от него. Сейчас я тебя отшлепаю. Ха-ха-ха. Я пошел. О, нет, надо убегать. О, нет. Надо куда-то убежать, о боже! Не бегай по коридорам, время наказания. Ну когда же ты поймешь? Сиди 15 секунд, время наказания. Блин, блин, что же делать? Мне надо отсчитывать 15 секунд. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ладно, я пошел. Надо поскорее взять шоколадку и бисоду. У меня три предмета. Он подбирается ко мне. Бесода, ты меня спас. Итак, возьму-ка я ножницы, а то вдруг поедает меня. Давай играть! Давай, прыгай, пять раз! Раз, два, три, четыре. Это заставляет меня грустить. Тан-тан, тон-тан-тан, тон-тан-тан-тан-тан. Так, лишь бы никому не попасться на глаза. Так, так, так. Идем. Дай мне что-нибудь целое. Что? Нет предметов? Нет предметов, нет прохода. Что это? Кто это вообще такой? Я хулиган, дай мне что-нибудь целое. Дай мне эту конфетку. Ну хорошо, на, держи. Спасибо. О нет, у меня осталось один четверток. Так, что же мне купить, бисоду или
или шоколадку? Да ладно, ничего страшного, и то, и другое куплю. Ладно, я побежал. Run. Вот, я тебя догнал. Тебе нужен отдых. Тебе нужен отдых. О, нет, надо съесть шоколадку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ура, я могу бежать. Я вижу тебя, друг. Что это еще такое? Надо бежать отсюда, туда. Я потерял тебя, это мне не нравится. О, нет, носок напал на меня. Так, надо бежать. Так. Бежим. Так. Кажется, пришло время для зачистки. Хочу чистить. О, нет, меня придавила швабра. Спустя час. Поздравляю! Ты нашел все тетрадки! Теперь ты должен...